это действующий дворцовый ансамбль, обнесенный высокими стенами в центре Фас-эль-Джидяна, со строгим запретом снимать охрану. На протяжении долгого периода времени он считался главной резиденцией правителей страны. Именно здесь любит останавливаться король, приезжая в Фас. На рынке процветает любимая игра российской императрицы – «Тараканьи бега». Тараканы просто гигантские, с крыльями. Богатая история Феса, древней столицы Марокко, наделила его сразу двумя старыми городами – мединами. Королевский дворец, еврейское кладбище и сады Бежелут – это Фес-эль-Джидид. Я застрял, ты будешь как этот. Ой-ой-ой. Нет, все нормально, можно идти. Самое путное в мире Медина – это Фес-эль-Бали, где 14 ворот, 6 тысяч улиц, 200 мечетей и 180 хамамов. В Фесе располагается самый большой древний еврейский квартал – Фес-Милах в Марокко. Визитная карточка Феса – кожевенное производство. Люди работают здесь так, как и сотни лет назад. Для чистки шкур применяют негашенный известь, а для мягкости кожи вымачивают в курином помете. В качестве краски используются натуральные продукты. Кстати, применяют кожу только тех животных, которые Кораном разрешено использовать в пищу – коровы, верблюды, овцы и козы. Запах при этом стоит невыносимый. Нам при входе давали пучки мяты.